Большая маскировочная сеть. От всех жителей региона всем бойцам в зоне СВО. Так сплетается фронт и тыл. В едином порыве ради общего дела. Издревле именно на этом основывалась целостность нашей страны. Неразрывная связь поколений видна и сегодня. Почему я приняла решение? Ну, потому что я русская. Я считаю, что мальчишки должны чувствовать нашу поддержку. Мы должны их поддерживать. То есть, ну, это просто нужно увидеть их глаза. Люди. Со всех уголков Ульяновской области собрались, да, свою частичку своей души и свои поздравления плетут как раз в сети. За такими сетями можно скрыть боевую технику, блиндажи и даже целые окопы. На эспланаде представители ТОСов со всей области, от Сенгилеевского, Теренгульского района до Кузоватовского, Ульяновского, Майнского и не только. В деле волонтеры, общественники. Россия сильна не только своей историей, Россия сильна людьми. И какими мы с вами будем, умными, добрыми, сильными, едиными, такая будет и наша страна. Сегодня здесь очень много людей, наших земляков, которые в едином порыве занимаются важным, очень полезным делом. Я поздравляю от всего сердца всех ульяновцев, всех россиян с нашим великим праздником, праздником великой страны. Единство и гордость за Россию. Благодаря этим составляющим гигантская МАСК-сеть растянулась от Дома правительства до памятника Дмитрию Разумовскому. Сегодня наша группа ЗВ на площади поддержала акцию «Мастер-класс» своеобразную по привлечению народа к плетению сетей, по обучению. Наши мастерицы, паучки мы себя называем. Всем желающим, кто подходит, показывают, рассказывают, как плести, почему именно так мы плетем, а не в какой-то другой технике. В полдень на площади у мемориального центра торжественно подняли государственный флаг России. С этого момента праздник официально открыт. Поздравления губернатора, выступления танцевальных коллективов, именные подарки, представленным к федеральным наградам юным ульяновцам-героям. У нас одно мощное единое отечество. И на его защиту стали практически все народы России. Ведь только единство делает нас сильными и непобедимыми. В ДК губернаторском провели благотворительный концерт. Все собранные средства, с которого через Ульяновский региональный благотворительный общественный фонд «Дари добро» передадут российским военным участникам СВО.